Всем привет! Вы на канале «Стройгарант Анапа». Рады вас приветствовать, дорогие друзья. Итак, мы находимся в жилом комплексе «Встречный». Он находится возле поселка Стрелка. Так что есть все рядом. Магазины, больница, аптеки. Все есть здесь, возле этого поселка. И один из домов, кстати, уже готов к продаже. Он находится в предчистовой отделке. И именно с ним мы сегодня познакомимся. Это 50 квадратных метров. Компактный, уютный. Так что внимание на экран. Итак, дом 50 квадратных метров, отсыпка уже здесь произведена, то есть автомобиль может спокойно заезжать, собственно говоря, как и зайти к дому по условному, скажем так, конечно же, тротуару. И землю выровняли уже специально для вашего будущего участка, чтобы посадить клумбочки, цветочки. Из особенностей, друзья, электричество 15 киловатт, вода тоже подключена, есть вывод для воды на вашей территории, то есть для полива, для уборки. Фасадная часть, штукатурка Баумит. Металлочерепица, крыша, водоотведение тоже все есть. А это так вот, снаружи мы посмотрели. Крыльцо, 3 квадратных метра. Поднимаемся и проходим дом. Напомню, не пугайте, он при чистовой отделке. А это огромнейший плюс, потому что вы уже по своему бюджету будете смотреть, как его сделать максимально красивым. Коридор в доме почти что 5 квадратных метров, если быть точным, 4,8. А здесь же мы отправляемся в санузел. Здесь строительный мусор, заходить туда не будем, но он нормальный, компактный. Вот, кухня-гостиная, места хватит для небольшой семьи. Думаю, 4-5 человек здесь свободно поместится. 16,9 квадратных метров. Касаемо кухни, будет она располагаться вот с левой стороны от меня, с правой стороны от вас. То есть все коммуникации здесь подведены, но почему-то я вижу, что здесь интересно бы вписалось, типа барная стойка, что-нибудь такое. Здесь хозяйка готовит, сюда подает, отсюда на стол. Но это я так фантазирую, потому что уютно. Две спальные комнаты в доме, и там есть одно интересное решение. То есть сделали в одной комнате, автоматом получилось, чтобы во второй комнате это тоже есть. Итак, обрати внимание, в стене есть углубление. Можно его использовать под встроенную мебель. То есть все будет гармонично, лаконично смотреться, то есть без каких-либо лишних выступов сделать на заказ. Ну или же придумать какие-либо полочки. Интересное решение под коммуникации, да, друзья. Ну, электричество все подведено, все находится уже за слоем штукатурки, шпаклевки. Кстати, стены ровненькие. Приятно, можно будет выбрать обои. Вновь о плюсах при чистовой отделке. В нашей компании помогут выбрать самый идеальный вариант для цветового решения потолков, стен, обоев и дверей. Поэтому при чистовой отделке есть свои плюсы. Собственно говоря, во второй спальной комнате есть тоже небольшой выступ для мебели. Спальные комнаты по квадратам, они равнозначны 12,1, 12,2 квадратных метров, там плюс-минус сантиметр. Ну, в принципе, вот так вот. Они похожи, можно сказать, что они зеркальные. В этом есть его фишка и особенность. И далее я приглашаю вас выйти на улицу и посмотреть дом с другой стороны. Мы уже привыкли с кухни-гостиной выходить всегда на террасу, но не в этом случае. 50 квадратных метров – это проект «Уют». Здесь терраса не предусмотрена проектом, и в этом есть свои плюсы. То есть больше земли, которая может использоваться по назначению для огорода, для дополнительных построек, возможно, какой-то сад, ну, в общем, все, что угодно. Так вот, я, например, вижу за забором, там уже баньку построили. То есть решений очень много, дорогие друзья. Поэтому, если есть вопросы, звоните по телефону горячей линии. Вот данный дом, который мы сегодня показали вам в жилом комплексе «Встречный», еще находится в свободной продаже. Больше информации на нашем канале, больше информации на нашем сайте. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч. Пока.